сегодня, сейчас в нашей жизни появилось кое-что новое. Кое-что новое от Toyama Auto. Кое-что новое, а мы вспомним про эту машину. Дело в том, что на Mitsubishi Lancer Sedia я ездил ранее. Дело в том, что Mitsubishi Lancer Sedia, по мнению BBC, является самым качественным автомобилем. Именно в этом кузове. В кузове 2002 года с двигателем 1.8. Естественно, если эта машина в правом руле, потому что BBC думали о том, что ездят на машине с правым рулем. Так вот, именно эта машина обладает всеми преимуществами, и она не ломается. Почему она не ломается? Я понятия не имею, почему. Хотя до того, как я думал, что Mitsubishi Lancer Sedia это, ну, не самый качественный автомобиль. Оказывается, вот и я не про то вам рассказал, что надо было рассказать. Ну, да ладно, видите, я могу на себе тоже волос потерять. В смысле, их там нет, если что. Ну, все равно. Вот так оно и получилось. То есть Mitsubishi Lancer Sedia. Вот. В этом экземпляре черный цвет, естественно, сделанный и протюненный японским автомобилистом, который очень любит саундец, вот такой примерно. То есть хороший такой саундец, особенно с магнитолой Pioneer, которая здесь стоит. У нее еще усилитель стоит на лампах. То есть 300 тысяч. Представляете, машина, да? Только чуть-чуть можно кое-что подкрасить. Чуть-чуть. Подкрасить и дальше уже катайтесь. То есть делать абсолютно практически ничего не надо. Сейчас расскажу, в чем прикол. Вы, конечно, можете купить себе новый автомобиль. Новый автомобиль стоит, ну, других денег. Тем более у нас вот универсалы, они не сильно продаются. Вообще, почему непонятно, не продаются. Тут вообще шикарно. Можно и на рыбалку съездить. И вообще. Вот. Сколько стоит сюда вложить? И будет ли он так звучать? Ну, еще вложите тысяч, наверное, 100. Будет ли звучать? Возможно, будет звучать. Вот. Опять же, качество-то не то. Это Япония, собственно говоря. Вот. Цена вопроса 300 тысяч, то есть понятно, что это вниз получается к цене даже и отечественного автомобиля, потому что отечественные автомобили меньше 350 тысяч сейчас и не стоят. То есть понятно, да, берешь отечественный автомобиль, ну, он неплох, конечно, да, там все вещи есть, но вот как-то там, что дальше-то будет, непонятно. Ну, во-первых, огромное спасибо, что вы есть на этом свете, что вы нас радуете замечательными автомобилями. Сколько лет вы на этом автомобильном рынке? Непосредственно наша фирма существует уже более 5 лет. Конкретно я в ней присутствую 4 года. И за все это время вы привозите отличные машины? Стараемся. Мы внимательно смотрим на ваши автомобильчики и видим то, что можно привезти машину в ценовой категории дешевле, чем это отечественная машинка получается. Ну, если сравнивать новый и бэушный автомобиль, ну, а если сравнивать потребительские свойства, которые обладают иностранный автомобиль и отечественный, то, я думаю, их трудно вместе ставить. Я, конечно, понимаю, что машина за 90 тысяч, стоимость 300 тысяч, это вообще недорого и дешево практически. А если мы, допустим, хотим попробовать замечательные машины японские, но которые поездили в Владивостоке, тоже можно привезти? Ну, конечно, наша фирма осуществляет такую возможность. Можно подобрать автомобиль непосредственно с Владивостока, если какой-то экземпляр, и помочь в содействии его привезти.